Белгородским водителям напомнили о правилах пересечения железнодорожных переездов. Организаторами профилактической акции в этот раз выступили представители РЖД. На месте работала и наша съемочная группа. Репортаж Ильи Лядвина. Призываем вас к соблюдению правил и вручаем вот вам такие памятки. В буклетах, которые железнодорожники раздают автомобилистам, говорится о важности соблюдения ПДД при движении через переезд. Здесь же фотографии и подробности недавних аварий. При этом сами автолюбители уверяют, требования закона знают и соблюдают. Это крайне смертельно. Это в 90% случаев это может закончиться смертью. Не только для тебя, а еще для многих других. Это самая страшная ситуация. Переезд железнодорожный. Ну, это жизнь, самое ценное, что у нас есть. Спасибо, что напоминаете об этом. Иногда в суете про это забываешь, каждодневная какая-то забота, а тут раз, во, точно. Спасибо. Для сохранения собственной жизни, жизни близких, если ты их везешь. Акцию провели на переезде возле ботанического сада БелГУ. Это 144-й километр Белгород-Сумского перегона. В прошлом году здесь произошла авария. Тогда пьяный водитель легковушки врезался в шлагбаумные заграждения. К счастью, горе-автомобилист остался жив. Чаще всего ДТП происходят по одной, ну, практически по одной и той же причине. Это нарушение правил проезда через ЖД-переезда автолюбителями, ну, автотранспорта. Обгон на ЖД-переезде, нарушение, значит, проезд под красный сигнал светофора. Даже бывают такие случаи при срабатывании устройства заграждения, сбивают устройство заграждения и выезжают на ЖД-путь. На случай ДТП у дежурного по переезду есть четко отрепетированное правило 2 секунд. Работник РЖД должен оперативно перекрыть движение поездов с помощью заградительных светофоров. Такой алгоритм позволит заблаговременно остановить идущий к месту аварии локомотив, тормозной путь которого в зависимости от скорости составляет около 1 километра. Призываю всех участников дорожного движения к соблюдению правил дорожного движения. И хочу сказать, что остановить поезд нужно время, остановить жизнь мгновение. Поэтому берегите свою жизнь, жизнь своих родных и близких. За 7 месяцев этого года на территории Белгородского транспортного региона произошло 3 ДТП на железнодорожных переездах. Специалисты отмечают рост числа аварий по сравнению с прошлым годом. Напомним, наказание за нарушение правил пересечения переезда в штраф в размере 1000 рублей или лишение прав на срок от 3 до 6 месяцев. При повторном нарушении водительское удостоверение заберут на 1 год. Илья Лядвин, Сергей Драчев, к этому часу, Белгород.